Меня зовут Сергей Новожилов, я художественный руководитель этого фестиваля. Я очень рад приветствовать вас на дорожке, поскольку появилась первая машина из наших дорогих гостей, которая сегодня будет на церемонии открытия первого кинофестиваля «Хрустальный источник». И мы ждем первого нашего гостя, но я подозреваю, что это не просто гость, а это главный организатор фестиваля «Хрустальный источник». Да, я не ошибся. Нам поехал президент фестиваля, заслуженный артист России Эвклид Тюрджидис. Давайте его поприветствуем, потому что то, что сделал этот человек в этом году, здесь, в этом городе, никогда никто не делал. Дорогой Эвклид, дай Бог тебе здоровья, сил, чтобы ты смог продолжать то, что ты сделал в этом году здесь, в Минеральных Водах, на этом замечательном месте, которое называется Кавказ, эти 5 городов, которые были охвачены творческими встречами, но а все главные события происходили в Ессентуке. Эвклид Тюрджидис, кстати, ваш земляк, уроженец этого города, потрясающий артист, потрясающий человек. Я знаю, сколько сил у него ушло на то, чтобы создать этот фестиваль. Как часто он приезжал сюда, встречался со всеми и всех заразил своей энергетикой, своих друзей, власти, что не менее. Ордена «Миротворец» имеет статус гражданин мира. Занесен в энциклопедию. Приглашаются самые главные участники фестиваля. Это члены жюри. Владимир Климов, кинооператор, постановщик киноконцерна «Мосфильм», народный артист России, член Международной федерации операторов и магов. Лауреат национальной премии «Золотой орел» и «Тэппи». Владимир снял более 50 художественных фильмов и сериалов, среди которых 26 дней жизни Достоевского, «Трагедия в стиле рок», «Вор», «Яд и всемирная история отравлений», «Ленинград», «Дело гастронома номер один», «Крым», «На Париж». Встречайте! «Лев и Тэппи». Владимир снял более 50 художественных фильмов и сериалов, «Трагедия в стиле рок», «Вор», «Яды и всемирная история отравлений», «Ленинград», «Дело гастронома номер один», «Крым», «На Париж», те, которые хочется вспомнить любимые фильмы, «Синтарский лес», «Будьте моим мужем», «Человек с бульвара капуцинов» и «Дети понедельника», а также «Любовь и Сакс» и многие-многие другие.